Девочки, вот спрашивали по поводу закваски. Девочки, у меня есть вот такая вот деревянная ложечка. Девочки, я делаю все на глаз. Я беру сахарочек. Многовато это я сыпанула. Но это на все будет, девочки, сахарочек. На все. Вот у меня теплая водичка есть здесь. Девочки, водичка теплая. Вот спросили, она говорит на русском языке. У Айдена на работе с Санкт-Петербурга есть бухгалтер Татьяна. Она на английском языке. Вот, девочки, давайте про закваску я вам скажу. Вот тепленькая водичка, девочки. Тепленькая водичка. Вот сюда налила. Вот видите, сколько. Девочки, все на глаз. Все на глаз. Вот помешала. Все. Взяла. Девочки. Взяла. Не поваляешь, не поешь, как моя бабушка говорила. Взяла муку. Надо, девочки, открыть. Сейчас Айден будет снимать. Я работать вообще должен. Ну, 5 секунд. И там чеки. А то я не могу. Вот, девочки, вот взяла муку. Все самопроизвольно. Вот эта мука пшеничная, высший сорт. Вот это тамбудай. Это цельнозерновая, тоже пшеничная. Но она темная, как вы знаете. Вот это тоже цельнозерновая, но это органика. Это СИЭС. Как бабаны. СИЭС это, девочки. Тоже она совсем... Вот это темнее, а органик светлее. Почему так, я, девочки, я так не знаю. Вот я произвольно, девочки, беру. Вот муку пока... Хорошенько, да, видно все. Девочки, произвольно. Как на оладьи густое должно делать. Девочки, мне это никто не учил. Я тоже смотрела всякие видео, много читала. В той квартире я делала. Первый раз я когда делала, мне тоже не понравилось. То запах, то цвет не понравился закваски. Вот в этой квартире у меня уже с первого раза, как я сделала, у меня все удачно было. На той квартире я страдала, девочки. На этой квартире у меня как-то все хорошо пошло сразу. Ты что готовишь? Это закваска. Вместо дрожжей хлеб. Печь на закваске. Раньше же не было дрожжей. Сами делали дрожжи. В старину. Ты знаешь? Майя. Там понял я что-то. Майя. Да, понял. Не было. Люди сами делали. Бабушки наши. Вот баба Анна, допустим. Вот, показывай закваску. Вот, видите, девочки, поближе, поближе сюда покажи. Зум я делаю. Вот, девочки, видите, она какая жидкая. Нужно еще добавить. Можно ее оставить, но если вы ее оставите, у вас вода, утром вы встанете. Я вот сюда кладу. Покажи, девочка. Я вот сюда кладу и вот так вот ложку убираю, вот так вот. Вот так вот ставлю, она у меня здесь стоит. На ночь, допустим, я ее поставила, девочки. Утром пришла, она у меня ничего. Как была, так и осталась. Еще вода вот так. Все хорошо. Взяла муки, ложку добавила. Опять размешала. Опять поставила. И смотрю, допустим, до вечера. Я же утром здесь все пеку, меку, все делаю. И она у меня это, пузыри начинают. Смотрю. Ложку взяла немножко в банку. Или здесь же у меня мало, взяла, даже не откладываю. Если много у меня, то я откладываю, потому что она будет подниматься, девочки. Вот из этого будет вот столько. Это на день третий, четвертый будет вот столько. Она прям пузырями, пузырями. И запах у нее. Ну, вы поймете сами. Да. Все, девочки, вот, вот такая. Вот такая закваска. Сейчас Айденчик что-то нам расскажет. В общем, девочки, я вот так делаю закваску. Ну, отдельное видео, что снимать? Все равно все понятно, девочки. Даже если видео отдельно снимете, это же процесс не одного дня. Это процесс несколько дней. Понимаете, там несколько минут будет, и несколько дней это нужно собирать, вот эти минуты. Поэтому отдельным видео я не буду делать, девочки. У меня же блоговый канал. Я вот так вот вам показываю, рассказываю. Айден что сейчас говорит, что у них Санкт-Петербурга бухгалтер.
Не поняла, она вашу бухгалтерию ведет, да? Нет. А, она свой это, вы должны ее вести, да? Она в России работает. Ну, она ваш сотрудник? Да, конечно. А, она их сотрудник, работает в Санкт-Петербурге. Зовут Татьяна. По-английски общается. Она их сотрудник. И это. А у Айдена на работе же знают люди, что... Он говорит... А как, с чего это все началось? А? Работали. То планты у них, собрание какое-то, видать, было. Все вместе. На английском общаются. Она с турками. Они ей на английском отвечают. А тут потом кто-то... Татьяна, Татьяна. Айден понял, что она русская. Мама-то тоже Татьяна. И потом слово за слово, короче. И ребята говорят, а Айден-то полурусский, полутурок, короче. Он говорит, у нас русский язык знает. Но она не поверила. Она не поверила. Потом она с ним по-русски общалась. Но она по-английски говорит. А он ей по-русски отвечает, что вы нам отправьте, но у него уже чистый. Русский язык же чистый. Но она, говорит, удивилась. Я говорю, ну как она удивилась? Ну, говорит, вау, такого не было. Ну, говорит, наверное, приятно девочке было. Прикиньте. И он ей, ну, по рабочим вопросам, по-русски он с ней общался. Все, девочки, вот так вот. Все, девочки, вот так я замесила. И потом у меня есть вот такая же баночка. Это, девочки, стекло. Лучше, конечно, прозрачно, чтобы баночка была. Нужно обязательно, чтобы деревянная была лопаточка мешать. Железной ложкой, девочки, не надо. Не рекомендуют, девочки, железной ложкой. Ну, вот как говорят, так и я вам говорю. Попробуйте, девочки, экспериментируйте. Вы поймете, все зависит от влажности муки. Вот эта мука высший сорт. Она же не органик, понимаете? Все-таки тут какие-то добавки. В ней, короче, влажности больше. Она быстрее, девочки. Вот когда там будай, она не так быстро, девочки. А она все-таки круп, помол. Помол муки тоже же зависит. Она немножко сложнее. Вот это органик, там будай, ну, цельнозерновая пшеничная мука. Девочки, еще сложнее. Я вот делала, я хотела только это сделать. У меня, девочки, двое суток стояло, никаких пузырей не было. Не знаю. Добавила вот эту, моментально процесс, девочки, пошел. Вот, а сейчас же холодно. Тоже долго стоять она... Плесенью покроется, как говорится. И мне надо быстро. Я быстро, девочки, собираю. Например, 3-4 дня насобираю за 3-4 дня, потому что у меня же здесь газ рядышком все вот стоит. Оно быстро-быстро пузырями покрывается. Быстро. Ну, я не обещаю, что утром будут пузыри. Почему? Потому что здесь уже прохладно будет. Здесь прохладно, девочки, за ночь. Не будет пузыри, девочки. Пузырей не будет. К утру не ждите пузыри. Здесь я вам буду показывать, сами убедитесь. Пузырей не будет здесь. В общем, девочки, это несложно. И запахи различные тоже будут. Все зависит от вашей муки. Какую вы муку будете. Не ждите там прям парфюмом будет пахнуть. Парфюмом пахнуть не будет, девочки. Будет такой какой-то, даже могу сказать, и хлебного душка не будет. Девочки, все равно какой-то такой запах брожения будет. Будет, девочки, но это хорошо. Я сейчас вообще дрожжи не использую, девочки. Я вот знаю, как-то подгадываю так, что вот я суббота-воскресенье пиде буду делать. Я вот насобираю две баночки. Насобираю себе тесто. Две баночки, вот столько теста, девочки, это вот так можно делать. И пиде, и хлеб я делала, вам все показывала. Много, девочки, на вот две баночки вот этого теста можно. Это килограмма два, наверное, у меня теста, если не больше.
На 2 килограмма теста много чего можно сделать. И все, и мужу очень нравится. Девочки, хлеб сделайте. Совершенно другой вкус. Конечно, кислинка, девочки, чувствуется. Потому что брожение вот это. Но, девочки, совершенно другой вкус. Совершенно другой вкус. Вкусный хлеб. Попробуйте, девочки. Попробуйте, у вас обязательно все получится. Пусть не с первого раза получится. Но все равно вы, когда руку набьете, как блины. Блины же тоже не с первого раза могут получиться у хозяйки. Правильно? Яичница тоже не с первого раза можно пожарить. Пробуешь, пробуешь, руку набьешь, потом закрытыми глазами, девочки, делаете. И главное не бояться. Тесто не любит, когда руки дрожат, когда руки боятся. Девочки, не бойтесь. Глаза боятся, руки делают. Не бойтесь. Тесто не любит трусишек. Не надо бояться, девочки. Обязательно все получится у вас. С позитивом, с добрыми мыслями. И все будет хорошо, девочки, все. Сейчас ложку там пошкрябаю и буду спать. Устала что-то я. Очень устала. Всех вас обнимаю, девочки. Вот, девочки, утро следующего дня. Вот, смотрите. Видите пузырики? Ну, их это мало очень. Пузыриков очень мало, девочки. Ну, это значит, что закваска начинает играть. Просто здесь прохладно еще. Еще здесь прохладно, девочки. Вот здесь вот не до конца все закрыто. Все, ждем пузыриков. Девочки, вот за 3 дня заквасочка поднялась. Видите? Это 3 дня она стояла. Потому что холодно. Что мы сейчас сделаем? Мы сейчас добавим муки. Может быть, отложим в баночку. Или давайте добавим, вот, чтобы до сюда было. Добавим муки. Я налила. Тепленькой водички надо, девочки. Тепленькая водичка. И вот так вот мешаю. Все. Девочки, я добавлю. Еще надо муки. Девочки, нужно хорошенечко размешать. Одной рукой не могу. Сейчас я размешаю. Все, девочки, я размешала. Видите, какая густота. Запах какой. Ну, запах не такой уж вкусный, я могу вам сказать. Ну, обычный запах брожения. Нормальный, хороший запах брожения. Все, девочки, нужно сейчас это оставить все. Кто-то звонит, девочки. Все, девочки, вот теперь ставим опять. Будет сильно подниматься. Сейчас уже быстрее процесс пойдет. Во-первых, здесь теплее, всегда тепло на кухне. Первые будут долго. 2-3 дня. Первые, чтобы брожение пошло, нужно долго время. Сейчас побыстрее будет процесс, потому что я же уже в брожение, как бы опара у меня уже есть, я просто добавила. Сейчас
быстрее будет, к вечеру должно подняться, если постоянно тепло, газ будет включен. Девочки, манты варю. Вот Тай на уроке сидит. Айдын пошел. Пошел на работу и забыл компьютер, вернулся, компьютер забрал. Девочки. Сегодня у нас, девочки, четверг. Тайчик урок у него. Снег уже. Все, девочки, можно сказать. Мы на 33 замка, блин. Муж закрылся на 33 замка. Девочки. Ой, тепло, девочки. Горляшка гурлычет. Наш снеговичок стоит, девочки, видите? Тает. Тает. Ну ничего. Кошки уже следов понаделали. А я порошочка насыпала. Девочки, пойдемте манты будем делать. Все, девочки, манты готовы. Приятного аппетита. Девочки, я забыла вам банку показать. Из банки вот взяла. Видите, все равно же пузырьки видно вам. Правильно, девочки? Пузырьки видите? Вот, видите? Все, брожение здесь идет. Процесс брожения здесь отличный, отменный. Сейчас я вот с мучичкой перемешаю. Девочки, тестушка. Чуть-чуть постоит, пока я тут дела свои буду делать. Оно немножко постоит. На две части разделю и сделаю пиде. И вам все потом покажу. Хорошо? Все, девочки, духовку включила. Вот поделила на две части. Смазала. Распределила тесто, смазала. Чем вы хотите смазать, я смазала томатной пастой. Сыр сейчас положу. Девочки, лук. Лук уже не очень лук. Еще надо лук будет чистить. Девочки, собираю вот луковую шкарлупку. Шелуху. Шкарлупка это у яйца. А у лука шелуха. Будем красить яйца на Пасху. Девочки, лук надо купить. Это чеснок купил. Картошка есть. Картошка хватит. Масла, девочки, надо купить. Эти овощи купить, девочки. Надо по чуть-чуть. Что еще положу, девочки? Все, что есть, то и положу. Лук и сыр пока положу. Больше. Оливки есть, но они с косточками, их чистить надо. А можно мясо, грибы, ну у меня это ничего. Грибов нету, во-первых. А с мясом не будут. Девочки, все готово. Можно ставить в духовочку до полного запекания, девочки. Поменьше сделаю, а то у меня уж 210 прям, 180. Ждем. Девочки, кучечка Дарданелла Босфордовна. А веток, ну это мы отломали ветки. Ленточку надо, девочки, мусор собрать. Перчик, салфеточка, бантик, веточки. Надо, девочки, мусор собрать. Померзла травушка-муравушка. Там, где снега не было, где снега не было, так она и хорошо прет вон. А где снег лежал, что-то не пойму. Мох еще, девочки, мох. В общем, девочки, постиралось все у меня тут. Надо вытащить. Девочки, иногда, знаете, иногда приходят такие, пишут комментарии. Хочется, девочки, это, по-французски ответить. Но нельзя, нельзя, девочки. Нельзя.
это как вы же сами мне написали. А что говорит? Девочки, эти рубашечки надо. Еще вот рубашечки у меня есть. А здесь беленько. А здесь беленько, девочки. Тогда придется на 30 градусов. Они, девочки, не красятся. Можно на 30 градусов. Подмышки, видите, чистые. Можно на 30. Потом, когда он сейчас их поносит, они будут желтые. И я... Так, 30. Вот это еще сделаю. Вы же сами, девочки, написали. Типа... Снимите платок. А другая девочка пишет... Зачем платок снимать? Она же в образе. Девочки, а пыли сколько здесь, смотрите. Пылюки-то сколько. О-о-о, 100 лет здесь не пылесосило, если честно. Солнышко не было, не было видно. Солнышко выглянуло, и пылюку стало видно. Так и я, девочки, вот как вы мне написали. Я же в образе. Понимаете, по-французски не могу ответить. Приходится выворачиваться культурно. Я ж культурная, девочки. В культурном образе я, девочки. Вот и пишу. Пишу. Ой, девочки, пошли вешать. Как, девочки, вешаю? Вот так вот. Здесь нету. Сейчас, девочки. Вот так, девочки. Вешаю я же наизнанку. Ну, и стирается наизнанку, и вешается наизнанку. В общем, вы как хотите, я так делаю. Вот так вот. И все, и пусть сохнут. Подсохнут, девочки, потом можно гладить будет. Это Айдынчик пошел к другу, а друг живет на квартире. Понимаете? Пришел к другу на квартиру, стал разуваться. Девочки, сейчас покажу. Зашел вот сюда и стал разуваться. А мальчик, девочки, ему говорит: ты чё, говорит, я только полы помыл. Выйди и заноси обувь. Поняли, девочки? Выйди, говорит, я вот только полы помыл. Ты чё, говорит, я, говорит, даже так не делаю. Ты чё это? Заставил выйти на лестничной площадке разуться, в руки вот такого взять и занести домой. Девочки, я еще не кремила лицо. Еще не ухаживала. Некогда за лицом не ухаживала еще. Мука рассыпалась у меня здесь. Подтираю. Солнечная, девочки, сегодня хорошая погода. Не знаю, плюс 6 показывает, но мне кажется, на солнышке теплее. И ветер не такой холодный, поэтому хорошая солнечная, девочки, погода. Сегодня солнечный Стамбул, девочки. О, скоро будет готово. Девочки, я забыла же вам показать. Все, уже тут взяли мальчиши. Вот, видите? Вот так еще было. Ну, в общем, один вот этот краюшек взяли. Девочки, сама еще не попробовала. Вот вместе с вами. Попробую. Нормально. Как обычно, девочки. Ничего такого сверхъестественного. Обычно мое. Мой вкус. Приятного аппетита, девочки. А я кофеек решила с лимончиком. Не знаю, что-то так захотелось. Приятного аппетита, ребят. Пошел процесс? А? Снимаешь ты? Вот, девочки, видите, я масло туда подлила. Вот поближе покажи. Вот здесь масло есть, видите, много масла. И маслом смазала руки. И вот так вот, девочки, расправляю. Муки не нужно уже. Забивать мукой тесто не нужно. Маслом оно прекрасно идет, девочки. Это вот бездрожжевое на закваске тесто. Видите, уже один съели. Вот второй противень пошел. Великолепно, девочки. Великолепно идет, да?
Да, сына? Ну, ура, девочки. Смотрите, как хорошо. Чуток дырочки можно сразу их быстренько заделать. Вот так распределили на весь. Девочки, оно не жидкое тесто, оно хорошее, нормальное, полноценное тесто. Все, оно еще у нас же постояло. Первый комочек я сразу быстренько, а второй, это же второй комочек, оно быстренько. Видите, девочки, великолепно. Ну, кемели харика, девочки. Рекомендую, бездрожжевое. Сколько дней оно у меня стояло? Ой, девочки, ну, наверное, 4 точно стояло. Может, 5 стояло. Девочки, может, 5, а может, и 6. Ну, 4 дня точно, девочки, стояло. 5, по-моему, дней стояло. Девочки, вот по записи, может быть, я там в записях сказала, когда поставила, уж не помню. Все, девочки, и сейчас смажем вот этим вот. Вот этим вот. Смажем, сыра забабахаем. Муж говорит, грибами пахло. Я говорю, ну, грибов ёб, говорю. Грибы, говорю, в магазине. Если бы купили грибы, было бы, говорю, с грибами. А так грибов ёб. Все, девочки, размазываем. Все. А остальное я вам показывала. Готовлю, девочки, фасоль. Куру фасоль, традиционное турецкое блюдо. И пиляв. Девочки. Пляв. Пересыпать нужно чечевицу вот сюда, девочки. Чтобы место зря не занимало. Пересыплю. Девочки, в какой магазин мы пойдем? Шок? В Шок. Кукурузу и тумбалы надо. Кукурузы в Биме нету. А, нет, есть в Биме тоже. Список сделала. Девочки, как красиво. Смотрите, это лампочка, а я думала, это солнышко садится. Покажите, говорит, цены. Цены, девочки, не радуют. Ничего веселого в ценах нету. Веселится и ликует весь народ. Холодно, девочки. Плюс 9 показывает. Дождь. Ну, видать, был дождь, не знаю. А может, он тоже по комнатно сдает? Или всю квартиру он сдал? Потому что везде света никогда нет, девочки, в нашей квартире бывшей. Возьми, говорю, сумки из багажника. Он говорит, а что, 3 не хватит? Я говорю, а ты что, первый раз в магазин идешь, что ли? Он говорит, а что, на 1000 заграда? Не знаю, насколько, но покупок много будет, девочки. Жена же идет в магазин. Как это так? Девочки, а это что такое? С лимоном и содой ринсо. Первый раз такой. И цветное, говорит, и белое. 10 килограмм 80 лир. Девочки, если взять на запас. Смотри, какие появились новые порошки. Ну, вроде как бы не надо, а потом же надо будет. Сейчас вроде не надо, а потом надо будет. 80, 10 килограмм. Аптека пойдет, не так. Ой, мне надо, да. Одну и мало будет этой. Девочки, мандарины, апельсины. На масваки, девочки, 5,90 портакал.
для выжимания сока. Девочки, а кто сегодня работает? 100 лет же я уже не была. Ой, он там Алибей, девочки наши. Какие-то, не знаю. Один наш, один не наш. Сепет-то вот, девочки, хороший, но маленький. 12,95. Когда-то, блин, 5 лир стоило, и я думала, ой, как дорого. Девочки. 22,95. Ой-ой-ой. Вот это, девочки, хорошо, хорошее средство. Муж говорит, это самое, самое, говорит, это. А вот, девочки, для угла 4. 70 лир. Нифига себе пластик. Легкий, говорит, монтаж. Девочки, картошку и лук тоже надо. Девочки, мне надо продукты набирать. Давайте я буду набирать, потом вас включу. Девочки, имбирь. Имбирь? Сюзьми. Брынза. А, девочки, лабны. 200 грамм. Памук-диск, ёкму. Памук-диск. 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 Памук? А. Диск памук. Гюрмеде молда. Ёк, орда ёк. Нормаль памук вара. Диск ёк. Ну, блин, не понимают. Девочки, я хотела лор. Йогурт взяла. Кефир, девочки. Кефир, пожалуйста, цена. Цена, девочки. Боза. Боза, девочки, надо взять. Лаблюбит? Не хочет. Девочки. Девочки, колбасы, пожалуйста. Колбасы. Суджук какой-то. Куриный. Сосиски, девочки. Вот это надо взять. Айден кушает. Айден собрался. Ой, нет, девочки. Хинди. Хинди. Салам. А, это фысты. Девочки, это фысты. А это тоже фысты. А что, без фысты нету, что ли? Раньше был. Девочки, мороженое. Мороженое, девочки, лукум. Лукум, девочки, 3,95. Вот эта коробочка. Девочки, макароны хочу посмотреть. Я взяла, девочки, вот это. Вот цена. Филявлик бугур, девочки, 10 лир. Я офигею. 20 лир по солью. О, 26,50, девочки. Барбу нет. Зеленая чечевица. Рис, девочки, 35. Ай-яй-яй-яй-яй. Или считай, девочки, 8,50. Копейки когда-то стоило. Девочки, молоко. Молоко. Ялы, 7,90. А где ярым? Ярым где? Ярым, девочки, 7,25 и 7,90. Ну, небольшая разница. Йолаф из Месси, девочки. А, это вот. 20 лир. А вот это 21,50. Ну, это 500 грамм, а это 350 грамм, девочки. Разница есть. Вот это, девочки, неплохое. Мне не понравилось. Нашей семье вот это, девочки, не понравилось. А, хотела этот. Изюм есть у меня. Курага. А курага, девочки, нету. Орешки вообще. Орешки, девочки, вообще капец. Цены. Мевисую, девочки, пожалуйста. Девочки, все есть. Девочки, бананы 9,90. Ну, здесь дороже. В Биме дешевле я покупала. А вот 8,90 гроши, девочки. Не знаю.
Хлеб 2,95, пожалуйста. 2,75. Булочки. Что вам еще, девочки, показать? Курицу. Курицу надо посмотреть, девочки. Тавук филе. Филе-то. Ичинде вар. Ичинде вар. Орда вар. Орда. 3-4 tane alalım. Oy. Aha. Sadece 2 değil mi? Evet, şunlardan var. Şey, yüz var. Bir tane alalım. Tamam, yeter. Yeter. Все, девочки. По 35 здесь. Девочки, ну все. Сейчас я посмотрю свой список-то, девочки. Кокосовую стружку, девочки, мне еще надо взять. Сейчас, девочки, кокосовую стружку возьму. Вот на индийский нету, девочки. Кокосовую стружку. А здесь все перестали. А где кокосовая стружка? А где бахарат? А бахарат где? Девочки, а где бахарат? Куда они забахали бахарат? Бахарат нарда, да. А, орда. Бахарат барда, девочки. А нету кокосовой стружки, девочки. Или я слепая? Да нет, лимон тузу есть. А вот, девочки, чечня-то. Хорошие, девочки. Кишня. О, хаш-хаш, девочки, мак. Нету, девочки. А вон там что-то есть. Там что? Нет, это торчин. Это карбонат, девочки. Это карбонат. Девочки, нету. Хиндистан джевизуёк. Ой, мужики там стоят, разобщаются, а я... Пожалуйста, девочки. Ладно, пошли, девочки, на кассу. На кассе очередь. 10,75, пожалуйста, доктор Эркер Шекерли. Ваниль это. Девочки, все дорого. На капюшон надеть холодно. О, что это такое, девочки? Вон, я ничего не хочу. Вот бурчок надо взять. Бурчок надо взять. Девочки, потому что я это делаю же. Пудинги. Какао надо взять, девочки. Какао, девочки, тоже возьму. А что, разница какая-то есть? А это, девочки, дешевле. Это 6, а это 3,75. Есть разница? Есть. Тут какао. А это что? 3,75. Видите? Пудинг. Пудинг 2,75, девочки. Ладно, все, девочки, пошли в кассу. Девочки. Атаковали. Мальчиша атаковали. А он и рад. Девочки, ничего особенного не купили, 600 отдали. Я купила... Что я купила? Курицу, тон балы, девочки, 30. Две рыбы, тон балы, консерва. Сколько там? 300 грамм, что ли, или 400? По-моему, 300 грамм. Девочки, атаковали. Мальчиша атаковали.
это курица по 35 филе. Из гара еще взяла, потому что две только там было филе. Конец рабочего дня, ничего такого. Все разобрали. Он же говорит, если нету, значит нету. Ну так вот такие цены, девочки. Как жить? Живите, как хотите. Я еще не застегнулась, блин. Никакие фрукты и овощи, можно сказать. Не, я взяла фрукты и овощи. Картошку, лук. Я, девочки, взяла свежую картошку, взяла мороженую картошку, взяла. Дождь, девочки, пошел. Дождь пошел, девочки. Ничего особенного. Стандартный набор продуктов у нас. Яйца даже я не взяла. Яйца не помню почем. 35, что ли, решетка яиц. Вот такие дела, девочки. Дорого. Даже вот эти всякие печенюшечки. Орешки, девочки, вообще золотые. А орешки откроешь, покушаешь 2-3 дня. Если на столе будут стоять, червячки заводятся в них. Это уже проверено. Если сразу не съешь, куда-то высыпешь в вазочку, потом червячки заводятся в этих орешках. Особенно летом. В общем, девочки, дорого все. Вот такие цены. Дождь пошел. Все, приехали мы уже. Октай! Октай. Октайчик! Принеси мои тапочки. Я же без тапочек, девочки, не пройду. 5 сумок, девочки. Ничего такого особенного, девочки. Здесь такое ощущение, баба Джимка пахнет. Прям вот его запах, девочки, его какой-то парфюм. Видать, эти палочки сандаловые как-то смешались. Мандарины, морковь купила, девочки. У меня там свекла есть. Клади, сынок. Клади, сынок, тапочки мои. Спасибо большое. Девочки. Тихо, 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 тихо. Ой, включи, включи свет. Зачем выключаешь? Включи свет, включи. Эконом, блин, а. Эконом, девочки. Все, девочки, ничего особенного не купили. Бурчак один я купила, суджук. Резанный, кофе, молоко 2 взяла, сыр взяла. Кукурузу тонбалы, какао взяла. Картошку леби-леби купили, батон купили, мандарины, картошка, лук, свежий картошка и мороженое, картошка, огурец. Девочки, огурец 18,90. Я 3 взяла. Туршу взяла, вот соленые эти. Огурец, вот, 2 взяла, оказывается, 2. 2, девочки, я офигею. Сыры набрали в ассортимент. Боза 2, рис, чечевицу. Ой, бугур я взяла, девочки. У меня бугура нету. Рис есть. И все. Йогурт взяла. Шоколадки, девочки, взяла. Шоколадки где-то 7, 8, 9. Урезали граммы. 60 грамм. Было 80 раньше. А это 80. Но это в цене подорожало. Все, девочки, ничего особенного, больше мороженое, картошка. Все, ничего, 5 сумочек. 600 там с лишним отдали. Все, девочки. Девочки, у вас есть такая штучка, есть у вас? Какая хорошая штучка, девочки. О, девочки, какая хорошая штучка. Ой, на самом деле, девочки, не так уж шикарная. Но... из неимения ничего. Девочки, потолще бы.
потолще бы, девочки. Потолще, и вот эти вот наконечники бы тоже потолще, побольше бы. Девочки, потолще и побольше, короче. Треба. Не знаю. Октай попробовал, говорит, ничего не понял. Айдын, у него башка лысая. Октай говорит, а бить тебе не больно? Он говорит, нет, не больно. Но говорит, ну, иногда, говорит, можно. Ну, сказал, ерунда. Девочки, ну, ерунда, не ерунда, но вот так волосы взъерошить. Вот так, девочки, красивую прическу вот так сделать. Смотрите, какая сразу красивая прическа у меня. Девочки, смотрите. Прическа, смотрите, какая сразу. Красивая. Причесочка, девочки. Вот что значит на все руки мастерица. Девочки, я и жнец, и кузнец, и пахарь. Понимаете? На все. Мастер на все руки. Девочки, красота. Ну, это, знаете, вот так можно. Я самая привлекательная и обаятельная. Я самая красивая. Самая-пресамая. Вот так вот. Для это поднятия самооценки. Вот так вот, девочки. Можно. Девочки, я вас мотивирую, короче. Пишите, у кого есть такая штукенция. Как она называется? Не знаю. Массажер головы, что ли? Не знаю, девочки. Ну, в общем, штукенция. Читала, девочки, прежде чем купить, читала отзывы. Что пишут на турецких сайтах? Что пишут? Одна пишет. Купила, говорит, для бабаджинки своего. Довольный, говорит. Суперская, короче, вещь. Другая пишет. Это, говорит, самое... Пусть, говорит, это будет самая никчемная вещь, бесполезная, бесполезная вещь, которую я купила в своей жизни. Говорит, вообще, вообще, говорит, ничего не поняла. Девочки, видите? У всех разные ощущения. Ну вот мне бы потолще и побольше. Я бы была счастлива. Вообще бы осчастливилась. Девочки, ну а так не за неимение ничего. Тоже пойдет такой массажерчик головы. Неплохо, девочки, взъерошить. Волосюшки на голове взъерошить. Девочки, вот так, если слушать с закрытыми глазами, что несу? Что несу, девочки? Чайник закипел. Надо это. Вообще лицо собралось мыть. Надо, девочки, вот здесь у меня есть это, кофеварка. Видите, какая? Я, девочки, взяла, чайник почистила, в это, лимонную кислоту туда набабахала. Сейчас вот эту воду налью вот сюда. И, девочки, вот так вот тоже вскипячу. Девочки, а пылюки здесь сколько, блин? А утром вытирала, девочки. А что такая пылюка, блин? Все, пусть... Покипит, девочки, даже вот здесь пылюка, смотри. Девочки, прям вот здесь пылюка. Ашутся, девочки. Сколько пылюки-то. Пылюку надо вытирать, девочки. Пылюку надо вытирать. И вот это можно, девочки, тоже и в раковину почистить. Блестит прям чайник сейчас, девочки. Прям, не знаю, видно вам, нет? Как вам показать-то? Пар же еще. Прям блестит, девочки. Все, закипело. Ну, пусть покипит. Пусть покипит. Девочки, кипит. Вот эту накипь. Ой, все, девочки, а то пузыри пошли прям. Пузыри сильные пошли, девочки. Да, ничего не помогло. Она накипь убирает, а у меня же не накипь. У меня кофе. Кофе, девочки, здесь. А вот от воды накипь. Чайник блестит, девочки, как новый. Вы так делаете лимонную кислоту?
вот эти камушки. А, пока-пока, пока, ну что? А, тарелки надо складировать. По кругу камушка, река бежит. Девочки. Даль далекую, синеокую, на-ни-на-ни, речка бежит. Та-ди-да-ди-да, та-ди-да-ди-да. Та-ди-дам, та-ди-дам, та-ди-дам. Ладно, девочки, надо. Надо собирать. Все покушали. Тарелочки сейчас нам складируют. Айден пришел, у нас время 00:30. Айден с работы пришел, пошел в спорт. В спорт пошел. Девочки, вот эти похождения его, знакомство с девушками. Вообще, девочки, мне не нравится. Ничего хорошего эти девушки его не научили. Девочки, одному разврату учат. Честно. Был мальчишний, как говорится, не целованный, не балованный. Думаю, чё кашляет, блин? Я ж переживаю, кашляет и кашляет. Но у него аденоиды, девочки, воспаленные. Зимой воспаляются они. А сейчас вообще, блин, кашель напал. Думаю, да что ж такое у него? Я ж переживаю, девочки. Я же мать. А он это, балуется. Я, говорит, мам, балуюсь. А говорю, ну я и так и поняла. Потому что, во-первых, запашок. Девочки, ничего хорошего вот эти знакомства по интернету. Я не знаю, как у других, у моего сына. Ну, чему они его там учат? Сексуальному опыту? Не знаю. Не знаю, девочки, мне не нравится. Вообще, я против. Я, девочки, против. Приходит весь уставший, спать хочет. Всю же ночь там они общаются, понимаете? Вообще мне не нравятся девочки. И я не удивлюсь, если эти девушки берут это, плату. Тоже не удивлюсь. Не удивлюсь, девочки. Вала. Ну, говорит, они на квартирах живут. Я говорю, ну правильно, им же за квартиры надо давать. Платить же надо за квартиры. Они в институтах учатся. Кто работает, кто в институтах учится. Как бы совершеннолетние-то. Там стамбульские, они не стамбульские, неизвестно. Девочки, я в шоке, честно. Я не думала, что так бывает. Я не думала. Я бы много чего еще могла рассказать. Но... Рот на замок, девочки. Буду лицо кремом мазать. Девочки, кто покупал вот эту маску? Нивея. Одна минута. Детокс маска. Немлендриджи. Увлажняющая. На ночь эта маска. Девочки, мне очень понравилось. Я вот третья у меня упаковка. Хочу теперь купить анема. Там, где я покупала, нету. Она появляется так периодически. Я же запасливый кадым. Я хочу, чтобы у меня запас был. Сейчас нету. Ну, появится. Я куплю, девочки. Хорошие девочки. А вот это средство алоэ вера-то для лица. Обалдеть, какая цена, девочки, стала. Я ее за сколько покупала? В этом нашем магазине. Подороже покупала. Он же тоже заказывал. Ну, это как через... По-русски хочу сказать, да. Да цензура не пропустит. В общем, вторые руки, да? Помните, я ходила там у нас, покупала. Девочки, прическа мне так моя нравится. Но это не всегда такая прическа. Это, видать, как-то я помазала удачненько, как-то так. Как-то так удачненько. Я немножко уже себе челку немножко подрезала. А то обросла. Вот это две упаковки, 200 лир теперь стоит. Вот это две упаковки. Алоэ вера. Это комплекс
Ну, здесь, в общем, комплекс витамины, там, туды-сюды. Это увлажняющая терапия. Без очков-то не вижу. Это Лореаль, девочки. Не шиндыр-бандыр. Не шиндыр-мандыр, это Лореаль. Хорошая, девочки. Утром это база под макияж, под дневной крем. Вот эта база. Хорошие, девочки, мне нравится. Ну, больно дорогой. Шибко дорогой. Девочки, в общем, это буду. Тоник вот. Тоник, девочки, тоже где-то 175 мой тоник вот этот стоит, который я люблю. Три в одном-то. Гарньер. 175, девочки. Ой, в общем, вот этим сейчас буду. Лореалевский. Использовать. Может, тут уже и срок годности. Ну что, выкидывать, что ли, девочки? Это сейчас, знаете, сколько стоит? 400 миллилитров здесь у меня еще. Тоже какие-то... Ну, это... В общем, тоже какие-то свойства. Жемчуг здесь нарисован, что ли? Или не жемчуг? Или ракушка морская? Не вижу же без очков ничего. В общем, девочки, я ко сну готовлюсь. Чайник закипит, выключу и все. Айден придет. Тарелки потом складирую и буду спать. Девочки, в общем, до утра.